Уважаемые россияне и все любители и почитатели русского мира. Меня зовут Безнасюк Алексей. То, что я вам сейчас скажу, так думает 95% всех украинцев. Поэтому послушайте ровно 2 минуты. У вас самая огромная страна в мире. По словам вашей пропаганды, ваших политиков, вашего диктатора, у вас самая могущественная армия. У вас самый прекрасный, непобедимый народ со всеми духовными скрепами и прочей хуйней. У вас самые богатые природные ископаемые, а все другие страны просто вам завидуют. Почему бы вам раз и навсегда, просто-напросто, не отъебаться от нас и не отказаться от всего украинского, гейробского и пиндоса-америкасоцкого раз и навсегда? Уйдите на свою территорию, у вас огромная территория. Заберите с собой всех, кто вас любит и почитает, всех, кого мы обижаем. А всех, кто вам не угодны, депортируйте нахрен, запретите нам въезд, сделайте нам санкции, перекройте нам газ, постройте между нами огромную-огромную стену. И если хоть один солдат, патрон или снаряд полетит на вашу территорию или пойдет, разъебите нас любым удобным для вас способом, настройте на нас все ваши боеголовки, снаряды, атомные бомбы. Заберите у нас все свое. Но помните, наша земля никогда не была и не будет вашей землей. Наш народ и ваш народ никогда не был и не будет братьями. После того, что вы творите с нашей страной, для нас навсегда русский – это убийца, насильник и враг. Заберите свою музыку, свои мультики про фиксиков, Машу и Медведи. Заберите свои фильмы, заберите свои шоу. Заберите все свое, все, вот что вы нам даете, интернет-ресурс, ваш гребаный балет, литературу, культуру, все на свете. И дайте нам жить так, как мы хотим. И живите себе так, как вы хотите, на своей территории. Ради всего святого. Нам по кайфу ездить в Польшу на клубнику. Мы хотим мыть жопы иностранцам. Мы хотим быть рабами Америки, так как говорит ваша пропаганда. Мы так хотим. И вас это ебать не должно вообще никак. Живите счастливо и богато на своей территории. Оградитесь от всего вот этого плохого, и пускай пройдет 10 лет. И через 10 лет мы увидим, кто где будет. И даже если мы через 10 лет приползем к вам на коленях, ободранные, голодные, с протянутой рукой, обосранные, с разорванной сракой, плюньте нам в лицо, вытрите об нас ноги, захлопните перед нашим носом дверь и так и скажете: а мы вам говорили, мы вас предупреждали и все остальное. Но и вы к нам не ползите. Не надо нас жалеть, не надо нам помогать, не надо нас освобождать. Нам не нужно ничего, что связано с нами. Мы хотим жить и развиваться так, как мы хотим. Оградитесь от всего вот этого ненавистного на 10 лет, и вы увидите, что будет. Вас поддержала только Северная Корея. Там, где сплошной тоталитаризм, диктатура, там, где нету свободы никакой вообще, ни слова, ни поведения, ни движения, ничего. Там сплошная диктатура, и полностью нарушаются права человека. Почему бы вам не освободить Северную Корею? Там просто ад на земле, но вас это радует, что они вас поддержали. Отстаньте от нас раз и навсегда. Заберите все свое. Вы никогда не будете уже нам братьями. Между нами навсегда пропасть. Вы все одинаково для нас хреновы. Нам не надо вашей поддержки, помощи и ничего, что с вами связано. Просто оставьте нас в покое. Пускай пройдет 10 лет, и через 10 лет вы увидите, что будет с вашей, с нашей страной. Просто запомните, вы нам не нужны. Мы ничего общего с вами не хотим иметь. А тех 5%, которые вас поддержат, заберите к себе, покажите им свой русский мир, свою необъятную родину и защищайте их на своей территории, своей могущественной армией, своим оружием, и отъебитесь от нас раз и навсегда. Да будет так. Аминь.